освобожденные женщины Востока! Калима, давай команду, и все они снимут свои путники и в костер. Нет, ничто на Востоке не делается так скоро. Девушки, ну что же вы? Давайте. Милые девушки, что же вы стоите? Фатима, Зухра, Максуда, смелее, смелее! Калима, а почему только 10? Это вот, которая пошла первая. Она жена секретаря горкома комсомола. А вот вторая, она жена начальника узбекторга. Бесную жря! Сама сгоришь в огне! Совсем ты их потеряли.